Хей, йоу, гайз и мышмики, мы продолжаем проходить игру под названием Rogue Sky 2. И это у нас джаз. Полетели. О, а не, мы за... Непонятно, кого играем. Это я должен буду угадывать. Ага, я могу бегать по платформам. Они же потом будут исчезать, да? Будут в виде линий создаваться. Так, нотные эти клавиши будут появляться. Рандомно. Они еще переставляться будут. Здесь по клавишам я буду рандомно прыгать. Здесь нужно угадывать, в какую сторону будут предметы вращаться. Ясно. Давайте просто, ладно, проходить. Пофиг на эти 100%. Ого. Прикольно придумали. Ну, такой. Ну, если, короче, мы уже решили не проходить на 100%, давайте не буду все собирать. Просто буду проходить. Сложный. Так, короче, главное вовремя запоминать, в какую сторону нам нужно крутить эти предметы. Ну, здесь я не знаю, какая может быть загвоздка, либо ловушка. Вот с клавишами, да. Здесь они намудрить могут. Короче, та не в ту сторону просто уехала. Здесь нужно будет запоминать. Я вообще не понимаю, как я бы тогда схватился туда. А как я должен на ту сторону перелететь, успеть? Туалетная бумага. Ну, легко. С вращалкой только там я ошибся, по идее. Но золотые я вообще не понял, как здесь собирать на сложном уровне. Сейчас посмотрю, что они на этом уровне сложности придумали. А, они сразу перемещают. Мало времени дают на подумать. Ху-ху, а вот это уже да. И самого заново, да? Там, где, ну, змейка идет, вот там нужно немножко
успеть ловить. Того здесь, да? Нет. Вот это. Нет. До чекпоинта не дошел. Вот это подстава. Клавиши прямо подо мной стали. Я что, виноват? Ладно, я зато хоть сохранился. Снова. Это по-вашему легко? Ладно, легко. И нахер так делать? Вы понимаете, что это была неожиданная херня? Так, лагает, надо умереть. Но сейчас все плавно. А ну видите, все-таки когда как. Вот сейчас снова плавно. Пам-пам-пам-пам. Пам тан тан тон. Left, right. Left, right. Left, right. Hop, hop, hop. Left, tap, pep, pep, pam, pam. Pam. Пам 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 там пу 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 ра пу ту 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 ру ту 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 ру ту 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 ту. Не понял, как мне нужно было понять? Ту там бумаги не было, и откуда мне было видно? Мне не было видно. А, она прямо подо мной исчезла. И там ловушка, видите, была. То есть мне нужно в основном придерживаться только правой стороны. Ну, блядь.
А, nice. Ладно. Да я прыгнул! Что за бред? Мне хотя бы здесь пройти, блин. Как-то. Мне плевать на этот золотой фрагмент. Все, пофиг. Фух. Ладненько, мы прошли с вами кошмар. Мы прошли джаз. Следующее, смотрите. Здесь у нас только два уровня. Здесь один, один, два. И здесь все. А это разве было? Это все было разве? Мы ж только смотрели, у нас не было столько уровней. Ну, короче, сделаем таким образом. Эту я объединяю с вот этой. Эту объединяю с этой. Это идет отдельно. Эту объединяю с этой. И в конце кошмар. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.